AirPods – самые классные беспроводные наушники для вашего iPhone и по совместительству самые продаваемые в принципе. Так ли они хороши, мы уже разбирали и даже смотрели на прекрасные китайские подделки под названием Air Plus. Но то, что у нас сегодня в руках, намного интереснее предыдущей китайской подделки, потому что их бы перепутал даже сам Тим Кук. Что же будет, если вы приобретете AirPods не за 10 тысяч рублей, а за 4? Давайте узнаем. Коробка встречает нас с надписью LKTE8. Что она означает? Предлагайте ваши варианты в комментариях. Что находится внутри? Ну, да, открывается не как коробка от айфона. Ура! Что же нас ждет внутри? Прекрасная китайская пленка, которая пахнет... Как сказал наш прекрасный просто Иван, запах напоминает китайский орбит или паленую пластмассу, нечто среднее, в зависимости от точки, где нюхать. Но вот здесь явно орбит. Детский. Розовый. Помимо самих AirPods, в коробке можно обнаружить прекрасный, вот я такого поролона не видел уже 300 лет, вот этот вот поролонище. Он такой жесткий, вот не похож на тот, который у вас, но классный поролон. Равно, как и классные провод-зарядки, кстати, microUSB. Сравнивая их с оригинальными, во-первых, можно заметить, что они немножко больше. Во-вторых, это непонятная пипка. Пипка включения, здесь ее нет. Здесь есть только пипка сброса на обратной стороне. Во-вторых, язычок открытия здесь совершенно разный. Такое чувство, что они просто забили и не стали его копировать, сделали что-то свое. На задней панели отсутствует пипка, но в остальном они довольно похожи. Ну и в-третьих, отличие по разъемам. Здесь microUSB, а у нас оригинальный Lightning. Синяя кнопка включения уже загорелась, поэтому предлагаю попробовать их и... О-о-о! Они светятся красным. И здесь, в отличие от маленького диодика на оригиналах, есть красная огненная подсветочка под наушниками. Очень стильно. Давайте проверим, работают ли они и как они звучат. Ведь это самое главное в наушниках, правильно? И они постоянно закрываются, и механизм открытия сделан... Воу! Очень тупо. При этом верхняя крышка очень хлипкая, тонкая, сделана как будто из пластилина какого-то. Эти наушники сейчас сказали мне около 10 слов. Сначала правый говорит Power On, Connected, Right Channel. Затем левый. Если ты втыкаешь их одновременно, они просто одновременно тебе орут в ухо с разных диапазонов. Жесть какая-то. Реально жесть. И левый теперь пищит еще. Да, еще он мигает синим, кстати, что очень сильно заметно и выдает мне оригиналы. Но внешне, кстати, сами наушники очень похожи на оригинальные. И именно если вы идете по улице с этими братьями, нашими меньшими, то их очень легко можно спутать. Отличаются они лишь тем, что они чуточку длиннее. Ну и самое очевидное, конечно, у них прекрасный синий мерцающий диод. Итак, самое страшное. Осталось включить какую-нибудь песенку. И у Prodigy как раз вышел новый трек, называется Light Up The Sky. Попробуем его прямо сейчас. Левый наушник сказал то ли торопись, то ли извини. Но, естественно, звука нету, басов нету. Они очень пищащие. При этом у них даже есть сенсор приближения. Но самое ужасное и неудобное в этих наушниках это то, что грани очень заостренные, шлифовка очень грубая, поэтому они натурально царапают тебе уши. И это очень неприятно. Но вот сейчас воткнул, заработали, включились сами. Вот это прикольно. Ну вообще, конечно, удивительно, что у них есть сенсор. И работает этот сенсор далеко не идеально. Иногда у него есть фальшивые срабатывания, наушник в ухе. Ну он такой типа, не, я играть не буду. Как сейчас. Но еще более удивительно то, что с помощью них можно даже останавливать музыку, также ее включать, перематывать треки и даже менять громкость. Двойным кликом на правую сторону ты прибавляешь громкость. При этом нажимая на левую сторону, ты одновременно меняешь треки и убавляешь громкость. То есть две функции на одном ухе. В итоге, дорогие друзья, остерегайтесь подделок. Не покупайте AirPods, у которых яркий синий огонечек внизу, которые длиннее оригинальных, и лучше покупайте технику в магазинах, которым вы доверяете. Покупайте оригиналы, которые не будут длиннее в 10 раз, у них нет никаких огоньков в принципе, у них снизу микрофон, а не контакты зарядки, как на китайских подделках. И их всегда можно проверить, послушать и убедиться, что они хорошо звучат. На этом все. Пишите в комментариях, попадали ли вы в такие ситуации и сталкивались ли вы с китайскими подделками. А с вами был я, Слейд. Всем хорошего дня и настроения. Ставь лайк, подписывайся. Скоро увидимся. Пока. У нас вот такие есть на развес полкило 500 рублей. Заезжай, забирай. Хряпнули.